Сегодня 9 октября. 9 октября 1683 года в Самару по Волге прибыло судно шведского посольства, совершавшего путешествие в Персию и далее в Индию. На его борту находился секретарь посольства Энгельберт Кемпфер, который впоследствии издал записки об этом походе. В своей книге Кемпфер оставил весьма любопытное описание города и его окрестностей. Из Самары шведский корабль отправился в дальнейшее плавание уже на следующий день. Ровно 130 лет назад, 9 октября 1899 года, в Слободе за рекой Самаркой случился большой пожар. Сгорело несколько дворов. В пламени пострадали постройки и купца Александра Курлина. Он понес убытки на 46 тысяч рублей. Ежегодно 9 октября во многих странах отмечается Всемирный день почты. А еще сегодня день образования специальной пожарной охраны МЧС России. 9 октября в разные годы были рождены советский актер театра и кино Евгений Евстигнеев, британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, один из основателей и участник группы «Битлз» Джон Леннон, российский рок-музыкант, бас-гитарист группы «Ария» Виталий Дубинин и другие знаменитости. В церковном и народном календарях сегодня вспоминают Иоанна Богослова. На Руси в этот день судили о предстоящей погоде. Говорили, что если первый снег упадет, когда на вишне нет листа, то зима придет скоро. Это были лишь некоторые примечательные события, случившиеся в 9 день октября. Прекрасного вам настроения и всего только самого доброго!